OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Да, дело в том, что когда начиналась специальная военная операция, как выясняется, подготовка была разная. Мы туда заходили с определенными установками, считая, что в той же самой украинской армии есть нормальные люди, а есть нацисты, которые там присутствуют, но в неком ограниченном количестве. Специальная военная операция показала, что там нацисты все. Все, кто держит в руках автомат. Я старалась, вы слышали. Киев как таковой мы победили в первую неделю. Мы его, напомню, ну просто мы в Гостомеле уже были, везде были, взяли фактически, да? Хорошо, что я не в прямом эфире. Я честно очень старалась не засмеяться на это. Сегодня мы имеем абсолютно другую действительность. Нам пора четко это понять. У нас нет другого варианта, как объявить войну Украине. Нам надо поставить четкие задачи. Нам надо просто освободить всю эту территорию. Так, стоп заново. Еще раз. И базы, которые угрожают России, своей участи не избегут. А для Украины 6 десантных кораблей. Это вполне достаточно, чтобы вся бендеровская сволочь успела добежать до польской границы. И как защищенность столицы оценивают в Кремле? Нужны ли какие-то дополнительные средства? Я не могу комментировать вопросы защищенности столицы. Понял. А к чему теперь готовы все-таки должны быть граждане, если к ним в окно буквально, как мы видели, как наши корреспонденты убедились, может прилететь? Да, все остальные вопросы я оставляю без ответа. Я сказал по этой теме все, что хотел и мог сказать. Это вообще сумасшедший дом? Из Сирии один из самых известных военных журналистов в нашей стране, Евгений Поддубный. Если рассматривать сами действия, то, конечно, масштаб 45-го года, мир не знал такого масштаба. Для меня это еще и масштаб лжи и обмана, в котором живет весь мир последние десятилетия. Я сейчас сотру, вообще такой нерв оголенный. Мы по-другому победим. Знаешь, я хочу тебе подарить маленький, красивый из Дереева. Это то, что оно в том числе и мне помогает иногда бороться с чем-то во мне. И маленький, удобный, чтобы ты мог его с собой взять, когда сейчас после отпуска небольшого вернешься туда, ну и где-нибудь за бронежилетом вот так вот. У сердца здесь Божья Матерь и Серафим Саровский. Вот. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Мобилизация. Слышал, да? Как относитесь? Положительно отношусь. Вы сами попадаете? Нет, я не попадаю, наверное, по третью волну попадаюсь, и будет третья волна. Мне 48. Вы же понимаете, что, в принципе, волны это быстро произойдет. Ну, родину надо защищать. От кого? Ну, как от кого? От нацистов. На нас разве нападают? Ну, тут все понятно, девушка. Вы говорите не о том. Все прекрасно, все понятно. Ну, не нападают, да. Мы защищаем свой народ на Донбассе. То есть вы пойдете, если призовут? С большим удовольствием. Я не подхожу уже по возрасту. По возрасту? По возрасту, да. 58 вчера исполнилось. Я подполковник Ермолаев Александр Алексеевич. 1959 года рождения. Был призван 22-го. Сентября военкоматом для мобилизации. Медкомиссию никакой не приходил, военно-врачебной комиссии не было. Врач сказал, что с моими болячками можно идти на войну. Сейчас находимся в прудбое. Возможность доказать, что ты мужчина, что ты русский мужик, тебе дал президент такой шанс. Сказали, 2 недели подготовки, и за нами приедут покупатели для дальнейшего участия
возможно, в боевых действиях. Тема серьезная, я не хотел бы сегодня шутить, но вот эпоха айфонно-соевых куколдов проходит. Ну вот как-то так, хотя по указу президента и приказу министра обороны призыв по мобилизации осуществляется для подполковников, таких как я, до 55 лет, а мне 63 года. Я не подхожу уже по возрасту. По возрасту? По возрасту, да. 58 вчера исполнилось. А пошли бы, если бы подходили? Я думаю, что да. Почему? Почему? Президент об этом все сказал, а я его поддерживаю. А сына отправите своего сына? Сына? У сына есть желание даже. Есть у сына, у меня есть сын, у него есть желание, 36 лет ему. Но дело в том, что он не служил, вот, поэтому у него военной подготовки нет. Я попадаю, да, но на данный момент я сейчас устраиваюсь на другую службу. Вот, поэтому придет, если... Да, то есть если мне придет все-таки... повестка, то я поеду. Поедете? А зачем? А защищать и отстаивать честь нашей страны так. Спокойно к этому отношусь и все. Готовы воевать? Ну, если придет повестка, конечно, а что? Да Украина там существует 31 год. Ну и не будет существовать больше. Ну какая разница? Вообще я патриот и очень люблю свою родину. Да, родина позовет, пойду. Ну, положительно мы поддерживаем, переживаем очень. Чем мы быстрее мобилизуемся, тем быстрее это победим. Поэтому я за. Ну, сегодня прозвучало, если мы не победим, вообще не вариант, победим. Я с конца начну, наверное. Победим. Мужчины, они попадают под призыв? Дети, может быть, там? Нет, не попадают. Девочки внук, у нас внук еще маленький, зять тоже под 40 лет нет. Как-то у них нет, у моих не получилось. Ну да, я понимаю, но у них нет такого желания, мне кажется. Или они поддерживают, но вот какие-то но. Ограниченно годен по здоровью. Не знаю пока что еще, коснется, не коснется. Но близких моих точно затронет этот вопрос. Готовы, не готовы лично воевать? Конечно, нет. Конечно, не готов. И буду отговаривать всех своих друзей, знакомых, близких, чтобы ни в коем случае не участвовали в этом мероприятии. Тактическое ядерное оружие. Это, если это применяется, это как выглядит город в Европе? Нет. Если задача уничтожить город, то есть превратить в шашлык половину населения города, а других вывернуть наизнанку ударной волной, то применение ядерного оружия выглядит так же, как на вашей заставочке. Прилетает ядерный боеприпас и происходит, в общем-то, варварство. То есть массовое убийство гражданского населения. Вот так это выглядит. А за это судить будут. После этого удара территория остается пригодной для жизни или нет? Иосиф Евгеньевич, ну... Да, будет поражение. Один из поражающих факторов – проникающая радиация. Другой из поражающих факторов – вот это долгосрочное радиоактивное загрязнение. Но это, поверьте, не самое главное. Дело не в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая, самостоятельная страна, как Россия. Местные жители назвали ночные обстрелы самыми тяжелыми с начала войны. Иностранным журналистам в Газе не гарантируют безопасность, предупреждает израильская армия. В анклаве серьезные проблемы с интернетом и мобильной связью. ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию. Британская разведка обеспокоена, что ВКС не наносили удары по объектам ВСУ крылатыми ракетами уже более месяца. Из этого вывод британский, что Москва копит ракеты, чтобы нанести удары по энергетической инфраструктуре зимой. Сахал расширяет наземное присутствие в секторе Газа, вводит дополнительные войска в анклав, заявил представитель израильской армии. При этом начало полноценной наземной операции Тель-Авив отрицает. Сообщается, что бойцам Цахал удалось продвинуться примерно на 3 километра на севере анклава.